На сцене столичного конгресс-центра впервые прошел захватывающий концерт Like Party, на котором выступили юные артисты-блогеры, имеющие многомиллионную фанатскую аудиторию. Талантливые исполнители – Милана Хаметова, Настя Кош, Кикидо Камиль и Амина, Амина Хон, Алиса Тока, Ника Туси и Лера Туси, а также Маша Лил Пи зажгли сцену своим выступлением, создав атмосферу веселья и радости. Салам Баку! Так как Азербайджан – наша родина, нам очень приятно сюда приезжать, выступать для вас. Вы самые милые, самые добрые, самые красивые. Вот спасибо вам большое. А Баку, зрители очень громкие, добрые, красивые. В общем, все хорошее – это про них, потому что они самые классные. Баку, в целом в Азербайджане я в первый раз прилетела, на самом деле еще толком не успела прогуляться по городу, но мы еще здесь будем несколько дней и думаю точно смогу погулять, посмотреть на все достопримечательности, но мне уже очень понравилось, очень интересно все выглядит. Вообще, я была так удивлена, я когда вышла в зал, прям все стали кричать, прям очень громко, очень много людей, и все такие классные, добрые, и я когда задаю какой-то вопрос, все сразу просто откликаются, прям очень громко, очень классно. Не задавай, мальчик, лишних вопросов, я возьму краску, перекрашу мир в розовый, 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 как мои кроссы, розовый, розовый. I like pink. Так, мои эмоции, это просто супер, просто посмотрите, мне подарили плакатик и еще цветочек, но это еще не все, я не успела все собрать, там было очень много плакатов, и когда я выступала, они все поднимали плакаты вверх, фонарики вверх, и от них такая энергия. Да очень легко, спасибо! Ну вот мне тоже все понравилось, я тоже увидела плакаты, я думала, что мне вообще ничего не подарят, а я вижу, я выступаю, так тоже плакаты поднимают, я такая, вау, мне сделали плакат. Мне безумно понравился этот концерт, мне очень понравилось Баку, но я еще его не успела посмотреть. Вот, у меня еще будет все впереди, я ходила тут по темноте, по туману, разглядывала, потому что мне прям не терпелось, я прям прилетела из самолета и сразу пошли гулять. Вот, но на следующий день был концерт, поэтому я думаю, я еще завтра посмотрю, хочется в дневном свете посмотреть. Мне очень понравился концерт, спасибо огромное всем, кто пришел, спасибо огромное за ваши счастливые глазки, за ваши пальчики, которыми вы меня махали, я вас всех видела. Впечатление просто невероятное. И спасибо за ваши рисунки. В Баку мне очень понравились дети, их энергия, потому что как ты только входишь, где они находятся, они такие, можно сфоткаться. Публика очень хорошая, прям такая милая, дети вообще очень милые, подходят, обнимают. Публика очень добрая, все ребята, детишки очень миленькие, так круто. Мы когда пели, они прям и подпевали нам. Когда мы какие-то вопросы задавали, они отвечали, кричали, очень поддерживали, очень добрые, крутые ребята, мне очень понравилось. Концерт громкий был, классно. Милана Хаметова, потому что она из детства снималась, она очень крутая, у нее... Еще много блогеров, и я тоже ее блогер. Крутой концерт и очень классный. Like Party стал ярким событием в жизни юных фанатов, наполнив их яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями. Спасибо, что пришли. Спасибо.